Эрар Хеммерфарт призывал всех жителей явиться на казнь. Да что мне до Хеммерфарта? Он обжора и пьяница. Тише ты! А то, как тебя услышат, еще и третий костер сложат. И это называется вольный город. Теперь тут один только ужас правит. Как там идут дела? Деревенщина. Ну-ну. Наш чудесный Новиград! Жемчуг! Злу не укрыться от священного огня. Огонь осветит его, сожжет, очистит. Огонь осветит, сожжет, очистит. Узрите все пламень милосердия. А тебе, выродок, особый костер. Ты будешь гореть медленно и молить о смерти всеми голосами сразу, как все твои Ничего! Я просто хотел жить, как вы! Помогите, люди добрые! О! Это ж добрый! Надеюсь, Дуду им не попался. Жаные доблеры смердят совершенно. Ежели тебе сегодня кто жопу лижет, завтра за нее же укусит. А красиво-то как сожгли. Каждый день смотрел бы на такое представление. Умный клиент сразу поймет, на этой стороне бомба лучшего товара не сыщет. Видел новых официантов? Нет. О, кажись, я же штаны остался. Зимородок. Откуда такое название? Оно навеяно поэзией мастера Лютика. Может, знаешь? Зимородок – птица чести, что увяз в отхожем месте. Да, слышал. Я принцессе Пенелопе, что топилась в речке, Зопе тоже. Ну, во всяком случае, зимородок всегда открыт для любителей поэзии. У нас бывают настоящие звезды поэтического небосклона. Чем сегодня кормят? Я ищу, с кем бы сыграть в гвинт. Ну, ты по адресу. Если будем играть, я поставлю уникальную карту из моей коллекции. Ясно. Сыграем.
Я бы сыграл эту партию совсем иначе, однако это только мое мнение. Чем могу служить? Так что, сыграем? Ясно. Сыграем. Ты выиграл. Карта твоя.
что Адриана тебя горки родит. Как? Здравствуй. Особых трав ищешь, чтобы строптивую деву убедить, что можно? Микстур, чтобы себя убедить, что можно еще раз? А другие травы и микстуры найдутся? На пророст волос или наоборот? Усмиряющие боль и от изжоги? Скажи, чего тебе надобно? Ты знаешь какие-нибудь сложные рецепты, которым ты мог бы меня научить? Всему, что я знаю, я научился от мастера Гремиста со Скеллиги. Хочешь учиться ремеслу травника? Хочу научиться чему-нибудь новому. Да называй, как знаешь. Отправляйся за Великое море, отыщи остров Арт-Скеллиг. Там, в священной роще, пресветлый мастер Гремист рассудит, годишься ли ты ему в ученики? Позволь, я взгляну. Thank you.
Как насчет партии в гвинт? Как на... Thank you.
А он, как ни в чем не бывало, страшно в случае. Его величество, стоп. А что для вас, ваша милость? У меня тут все. От счетов до ржаной водки. Чего желаешь? Если у меня нет этого сегодня, непременно будет завтра. Посмотрю, может, что-нибудь выберу. Я бы сейчас лучше в карты сыграл. Thank you.
здравствует король. Привет! Ну вот, пожалуйста, ведьмак. Думается мне, будет у меня, наконец, интересная работа. У тебя же работы хватает. Ах, это заказ от риданской армии. Делать одно и то же хорошего мало. Никакой тонкости не требуется. А ты, значит, хочешь совершенствоваться? Конечно. Ремесло, оно же как бабу трахать. Ритм словил, и все-то у тебя получится. Только в конце никаких оваций. Так что, есть у тебя какой особый заказ? Мы же говорим о доспехах. О чем еще? Покажи, что у тебя есть. Хочешь сыграть в карты? В гвинт, к примеру. Приветствую. Не хочешь сыграть в карты? Thank you.
Знаешь, что в городе есть наушники? Ха! Клиент! Покажи, что у тебя есть на продажу. Что скажешь насчет партейки в Гвинт? Чего? Покажи свои товары. Покажи свои товары. Бывай. Чего? Покажи свои товары. Бывай. Ах,
тебя ждет смерть от отравления 3 фунтами стали. Прошу! Прошу! Что у тебя там? Будь здоров. В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправил... Прошу! Что у тебя там? Осьмы у тебя белые, как у сына мельника. В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Прошу! Что у тебя там? Будь. Глаза мои на чужаков не смотри. Прошу! Не желаешь сыграть в Гвинт? Yeah.
дайте же вы мне все отдых. Чего ищешь, брат? Эй, друг! Что происходит? Добро пожаловать в Семь Котов, самую удачливую таверну в городе. Говорят, даже похмелье с нашего вина приносит удачу. Что можно поесть? Предлагаю перекинуться в карты. В Гвинт.
говорят. Всякий дух вечный огонь хвалит. Прошу, прошу. Может, сыграем в гвинт?
А не хочешь мне случаем чего-нибудь продать? Товар не волк. В лес не убежит. Карты тоже. Ну что, будем спорить или сыграем в гвинт, а? Я хотел бы посмотреть твои товары. Ах это... Ну ладно. Мне пора. Если будешь искать партнера для игры, знаешь, где меня найти. В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Прошу. А не хочешь мне случаем... Товар? Карты тут. Ну что? Я... Ах это... Если бы... В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Прошу. А не хочешь мне с... Товар не волк. Карты тоже. Ну что? Я... Ах... Так что, партиечку? Да, да, да. Не надо.